В Иркутске 20 апреля пройдет общегородской субботник. На большую уборку ждут всех желающих. Собранные отходы можно будет вывести на полигон. Там подготовят место для более 6 тысяч тонн мусора. С 1 апреля в муниципальных образованиях региона стартовали мероприятия по санитарной очистке территорий, их благоустройству и озеленению. Одна из основных задач – избавиться от несанкционированных свалок, накопившихся за зиму.